Твери обновили фасад библиотеки имени Герцена. Его модернизировали в рамках проекта «Лучи Твери». Привычная многим бело-синяя вывеска сменилась на новый абсолютно уникальный для города фасад. Теперь на здании красуется вывеска библиотека имени Герцена на тематическом фоне с подсветкой. По бокам от вывески организаторы проекта разместили разноцветные корешки книг с именами великих классиков отечественной прозы и поэзии. Например, Льва Толстого, Анны Ахматовой, Михаила Пришвина, Александра Куприна, Ивана Бунина и многих других.